Я прошла весь марафон медали Эльбасе, то есть бронзовый уровень. Он длился 6 месяцев. Эти 6 месяцев прошли очень интересно. Мне очень понравилось мое участие, и я очень рада сегодня получить эту медаль. Изначально мне рассказала об этом конкурсе моя учительница в школе. Я очень благодарна ей за то, что она дала мне такую возможность в участии. Было 7 направлений, из них я выполнила те, которые были по моему уровню, то есть бронзовому. Читала книги, занималась спортом, занималась своим талантом, то есть фотографированием. Также я изучала культуру Казахстана. Самое интересное было прочтение книг. Мне никогда не хватало времени читать книги, но благодаря тому, что мне нужно было сдавать, то есть отчеты, и я решила, что нужно четко расписать, сколько книг и сколько страниц я буду читать. Вот это было самое полезное, что я извлекла из этого проекта.